Всем привет! Сегодня у нас на обзоре 5 русских монет, которые сделаны из разных видов металлов. Первые две монеты русские. Медные. Вот они, медные. 1814 год и 1899 год. Медная. 2 копейки. 5 копеек. Две серебряных русских монет. Екатерины II и 20 копеек, 1915 год. И монета Екатерины II, 1768 год. Одна русская монета золотая, 5 рублей, 1869 года во время правления Николая II. Всем спасибо за то, что слушали. И до свидания. До следующего раза. Всем пока.